В течение года в центре содействия идет набор в группы граждан, которые решили взять свою семью ребенка. Занятия проводятся два раза в неделю и в среднем занимают от 1 до 2 месяцев. Курс включает в себя вопросы педагогики, психологии, основы медицинских и юридических знаний. По окончанию слушатели проходят аттестацию и получают бессрочное свидетельство, которое дает право усыновить ребенка и действует на территории всей Российской Федерации. Будущие приемные родители будут знать, так скажем, получать новые навыки, как в вопросах психологии и воспитания ребенка. Также они будут получать медицинскую помощь и юридическую помощь в том, чтобы взять ребенка к себе под опеку. К нам приходят разные родители. Это могут быть родители как и молодые, которые только хотят взять, да, в семью, так и уже у которых выросли свои дети, и они готовы поделиться, так скажем, своим теплом и уютом и взять себе в семью детей. Занятия проходят как в групповой, так и индивидуальной форме. В основном это тренинги, дискуссии, решение педагогических кейсов, интерактивные упражнения. То есть они направлены на то, чтобы давать не только теорию, а чтобы родители могли свои навыки, так скажем, и новые знания в практику вопросов решения каких-то воспитательных, да, моментов. И у нас также проводится встреча с уже опытными приемными родителями, которые делятся своим опытом, которые рассказывают, какие у них были сложности и как они с этим справлялись. Сотрудники Центра содействия тесно сотрудничают с органами опеки, которые, в свою очередь, предоставляют услуги по передаче ребенка в семью и в случае необходимости оказывают помощь до совершеннолетия подопечного. Набор в школу принимающих родителей осуществляется в течение года. На данный момент у нас проходит набор в школу принимающих родителей. Поэтому если вы хотите взять в семью ребенка, то вы можете позвонить по номеру 668-97 для того, чтобы узнать информацию, либо прийти во второй кабинет Центра содействия и вас полностью проконсультируют по данному вопросу. Иванна Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо.